Ей все привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, King on Fire, Дэн, Никитос, Плеймарк, Робби, Гусанек. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Всем привет. Приветики, облетики. Всем да, всем ЛТВ. Ребята, смотрите, какие вышли классные монстры Poppy Playtime. Роботы и какие-то шерстяные монстры с зубами в животе. И у нас сегодня будет новая экспериментальная рубрика, потому что эти монстры не будут за нами гоняться, а буду я гоняться за ними на тачке. И кого я сбиваю, тоже берет автомобиль. И в конце ролика будет 7 машин и одна выжившая шерстяная или металлическая морда Poppy Playtime. Если пятикушки, приятного Понимаю. Аппетита, а я начинаю всех сбивать. 3, 2, 1. Погнали. А, смотрите, встал специально на краю, чтобы я упал. Да, Серега, да, это да, ты где-то бегаешь за розового? Да, да. А, ну пора тебе сбивать. Ну нет, 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 Серега хитрый. Хорошо, давайте я этих чили-пиздрика сбивать буду. А может я вообще придумал рубрику, где вы... Опа, раз. Есть, я сбил одного. Молодец. Хорош, теперь нас двое уже. Не стоит. Так, поехали дальше сбивать. Ну что, шерстяная морда, стоять! Давай, 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 давай! Есть, коснулся! Ребята, у всех по две жизни. Два тычка, и монстр умирает. Или один мощный, ну, скорее всего, два. Потому что я вроде проверял, два раза надо. А вот так и будем, да, кругами ездить? Ну давай, давай покатаемся. Вот там еще монстры. Ну-ну-ну-ну-ну. Эх ты, ё-моё! А, я вижу Гусанёк, у него пипискин гусь, как всегда. Есть Гусанёчек! А чё ты не убегал от меня? Ну я решил пытаться, я же вижу, что ты рахим. А чё я всех сбил? Где автомобиль? А, во, есть Серёжечка. Ну ё-моё, нет, нет, Серёга! Ну нет, а я лечу, 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 бам, прилетел. Крышу дома. Красиво, ребята, кто останется последний выживший, будет победителем. Но я думаю, что будет несколько раундов, одним раундом мы не отделаемся. Так, давайте такую тачку возьмем. Поехали! Опа, еще ты его сбили? Ну я подался. А, я понял. Смотри, этот чили-пиздрик будет бегать здесь кругами. Не, ну слышь, хорошая тактика, надо еще одного автомобилиста. Давай, окружай. Есть! Молодец, молодец. Вот, бежит. Нет, ох ты! Серега, ты один остался, Нет. Есть, все, все, отлично. Серега, не хочешь следующий раунд начать? Давай. Так, ребята, ну что, теперь я монстр. Вот, смотрите, какой этот робот-псих какой-то просто. Так, вселяемся в него. Блин, ну классно сделано. Офигенно. Чпонь. Ого, камеры далеко. Кстати, от того, что камеры далеко, в этом есть какой-то прикол. А мне кажется, они как-то медленно, да, бегают для этой рубрики? Не знаю. Ну, я их могу ускорить, но мне кажется, лучше этого не делать, да? Не надо, не надо. Все, Сережечка, давай, мы готовы. Я буду, короче, тактику применять этого человека. Буду по кругу здесь бегать. Так, Серега уже взял тачку, взял розовую. Три, два, один. Сбивай этого челика. Один раз уже. Уже есть, да, один тычок есть. Не, Серега, так по кругу тяжело будет сбивать тебе. Знаете, в чем прикол? Мы первые раунды всегда быстро сливаемся, а потом пацаны налабываются, и все тяжелее и тяжелее. Мне кажется, сейчас это тот раунд, когда Сереге будет сложно нас убить. Так все прикольно разбегать. Уже сбил одного. Бегите, бегите, бегите. Давай, 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 давай. Будем бегать круга. Минус два. Вы что, издеваетесь, пацаны, не поддавайтесь ему. А Серега не знает, где я. Тот цвет машины влияет. Да? Да. Дима, это ты, да? Нет, я вообще на другой крыше. Да, 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 я слышу по голосу. Не, я здесь бегаю. Вот, смотри, Серега, вот, видишь, на другой крыше я на краю, как на ты. На углу стою, смотри. Вот я. Ага. Нет, 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 нет. Не, Сережечка, так еще давай. Да ну, пацаны, ну не поддавайтесь, Серега, я хочу, чтобы он страдал. Давай, ну давай. Хорошо. Кто там летает? Ой. У кого там летает? Отлично. Ну что, Серега, я сзади тебя. А я спереди. А я за... Да блин, не загораживай, не загораживай. Блин, быстрее, ребята, классно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Залетайте в наш Дискорд, мой Инстаграм. Можете увидеть, как я живу в реальной жизни. Нет, и... нет, 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 иди в задницу. Просто поорем в Дискорд. Психология, иди в задницу. Упади, 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 пожалуйста. Не падай, да? Серега, а что ты там стоишь? У тебя что, заглохла тачка? Так тебе и надо, курочки помада. Так. Плохо, что мы не можем толкать. Когда мы начнем толкать машину, у нас жизни отнимаются.
Ну давай по кругу побегаем. Ребята, я хочу хоть один раунд затащить. Не затащишь. Ну а посмотрим. А сколько у нас еще? Раз, два, три, четыре монстра. Я уже столько людей убил, а... Есть! Еще один. Так, надо наперед. Надо наперед видеть. Не получилось у тебя. Давай, Серега, ну давай, поездим, побегаем. Блин, ну классную рубрику я придумал. Эй, еще чуть-чуть. Меня начнешь догонять. Ну давай вокруг столба побегаем, а что еще делать? Это ты умеешь. Опа, косой. Блин, это было близко. Выехал косой. Еще одного убили. Так, осталось два монстра. Я и кто-то еще живой тут остался. Дима, из всех, кого я убил, только я всех убиваю. Никто. Ну видишь, ты, значит что, Серега, на опыте? На! Все, я выиграл! Я победитель! Давайте попробуем продержаться долго. Ну ладно, ладно, ну то я выиграл! Отлично! Гусанек, давай теперь ты. Давно ты уже у нас в роликах не снимался. Теперь твоя очередь пострадать. Давайте возьмем вот этого шерстяного мордатку. Мордатка. Ох, блин, вот это он моща. Дима, я, наверное, уже не смогу, знаешь почему? Чё? У меня Steam почему-то, короче, написал ошибку, что-то там с ваком связанное. И у меня, походу, что-то, как будто интернет вырубили, я вот посмотрел в других приложениях, а Discord все равно работает. Вот, ребята, видите, почему Гусанёк не хочет участвовать в наших роликах? Отмазался. Ну ничего, напишут в комментариях, Гусанёк отмазался. Давайте, пишите хэштег, Гусанёк отмазался. Дэн решил за Гусанька отыграть. Хорошо. Серега, ты где? А я тут. А вот-вот, я черный, видишь, возле тебя стою. Так, вот он едет, вот он едет. Да не мешайтесь. Так, тихо, тихо, ой, тихо. Ой, он... Не, пожалуй, я отойду. Давай, зеленый монстр. Нет, хорошо, там твой братишка. Отстань. Нифига себе, ты там сальтухи крутишь. Дэн, ты знаешь, что ты никого не сможешь сбить? Чё, Серёжа? А, никого. Ну, Серёжня! Ну блин, ну там два человека. Ну ё-моё, ну ты машину возле нас ставишь специально, чтобы мы проиграли. Я знаю тебя. Ох, ты врезался. Кстати, у этого мода добавили такую фишку. Если уже врезаешься, жизни не отнимаются у тачки. Поэтому можно бесконечно врезаться. Раньше такой номер не катил. Уэй, нет. Я не хочу, я вспомнил, мне хлеба надо купить. Иди. Мне молока. Дэн, ты меня не сможешь сбить, потому что твоя машина оголимая. Ну давай по кругу поездим, что ж поделать, если тебе нравится, давай. Ну давай я тогда сюда. Дима за мохнатую жопу играет. Да. А сейчас меня и другая жопа. Костя. Нет, Серега, нет, я буду сбоку держаться. А, ребята, вот тактика, держаться сбоку. Да. Отлично. Самая простая. Нет, нет, коснулся, да, нет, да. Блин, жизни осталось чуть-чуть. Ну нет. Эй, я застрял, фух, я вырвался. Так, отлично. Дим, давай к нам беги. Нет, я, блин, да ё-моё! Да ну ты, ну тебе голимый микроавтобус твой, фургон этот засратый. Эй, не сбивай меня. Так, давайте посмотрим, кто... Ого. А вот еще двое людей. Мне кажется, даже нема смысла брать машину, вы их и так собьете всех. Ну куда ты полетел вниз? Я за ним, Дима. Давай, Серега, сбей его. Упади на него просто по красоте. Ого. Давай, мы готовы, щенок, выезжай. Щенок. Ого. А Дима... Ну Дима. Что ты... Это кто? Ну вы что, гоните? Прощай, Дима. Не-не-не. Ну все, я... Ну, по крайней мере, я твою машину застопил. Ну давай. Ой, коснулся. Ну ничего, это так не работает. Ты что, на ходу с машины выпал? Ты что, ездить не умеешь? Так это ты ДТП устроил. Я не виноват. Так, а где Серега? Серега вон там. Ну нет, блин, Серега, я к тебе бежал, ну не добежал. Да я поддался специально. Да, конечно. Так, давайте возьмем что-то реально быстрое. Так, вот. Серега, ну куда ты? Серега улетел вниз. Вижу монстра вот там. Добивай зеленого. Отстаньте. Фу. Не надо, ребята. Пощадите меня, пожалуйста. Не надо. Давай, бежай. Да ё-моё, то как это его не сбил? Ай. Ну. Так, коснулся. Есть, сбил, пацаны. Зеленый остался. Последний. Уй. Ну куда ты? Серега уже залетел.
Нет, я здесь. Я вижу, ты уже на тачке залетел сюда. Постоять! Давайте! Есть! Все, минус. Всех убили. Ребята, сейчас мы усложним эту ситуацию тем, что мы этим монстрам добавим немножко скорости. 3, 2, 1. Да прям как упал. Мне интересно, будет ли сложнее, когда у вас скорость больше? Ну, я думаю, да. Ну, одного сейчас точно. А это был, походу, NPC обычный. Тут заспавнил. Так, черный мир, да, есть! Ребят, ну не так уж и сложно. Эти идеи. Чья не подвезут? Ну, Серега, ну! Ой-ой. А, есть коснулся, ребята, коснулся Сереги немножко. Мне молока надо. А ну бывает, если чуть-чуть коснуться. Ну куда ты улетел вниз? Я тебе помогу, стой. Столкни его, Дим. Дим, если чуть-чуть задеть, бывает он не... Все, я тебе помог, теперь ты победитель по жизни. Так, вон еще монстры есть, сейчас мы их собьем. Бум, бочком, красиво увалился. Молока мне надо. Вон, беги за ним. Бам, вы че, пацаны? Так, тут двое у нас, красный и Сережа. Красный и Сережа. Красный и Сережа, да. Тихо, ой, тихо, тихо. Сережа, опять Сережа. Ты приехал. На, есть, коснулся. Сейчас красный улетит в небытие. А, убежать решил, да, от меня? От меня не убежишь. И? Нет, блин, я улетел вниз, ну ё-моё. Летим, 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 бум, хорош. Обманули дурака. Двое осталось. Двое? Да. Так, кто у нас остался? Серега. И еще вот какой-то бегает здесь. Хорошо. Выезжаем на охоту. Есть! Давай. Увалил! Отстань. Беги! Отстань. За мной заяц хотел. Вон, гляньте, стоит. Короче, вывод какой? Даже большая скорость монстра не сильно помогает им для выживания. Я на меня. Есть, Серега, ты победил! Я первый. Ты последний, а не первый. Так, первый. Так, давайте его красиво будем подлавливать. Чувак, ты в столб уперся и просто газуешь. Вот! Все. Так, блин! Если! То как он это делает? Легко и так вот делает. Так, разгоняемся. Ну! Ну, блин, я не могу, как он быстро так поворачивать. Давайте. Есть! Увалили! Есть! Я его сбил! Это было мощно! Ребята, я придумал! У меня есть очень классная идея. Мы сейчас, короче, сделаем такое выживание. Я буду один за монстра, а вы будете семером за мной гоняться, но я сделаю себе очень большую скорость. 3, 2, 1. Поехали. Ай. Я врезался. Так. Блин, прикольно так выживать. Я тащу! Кто-то там залип, пацаны... Ха-ха, дед улетел вниз! Чё там, Серега, не получилось? Ну, сейчас тебя встретят люди. Да не, никто меня не встретит, я очень хорошо играю, смотри. Блин, чуть-чуть не блин, ну большая скорость в данном случае меня спасает. Я тебя на дрифте хочу подловить. Не-не-не, Серега. Как я их обманываю, а? Хитрый жук. Я очень хитрый жук. Нет! Нет, нет, нет! Есть. Нет! Блин, осталось чуть-чуть пиписечка жизни! Чуть-чуть совсем! Я выживу, я смогу! Серега! Серега! А я поддался специально Сереге! Ладно, Серега, хочешь ты попробовать повыживать? Все-таки мне интересно, может у тебя получится дальше давай, выживать? Давай. 3, 2, 1. Серега выживает с максимальной скоростью монстра. Там на автобусе чел. Опа, Серега. Почему ты не убегаешь, ты Серега? Надо разгон тебе брать, постоянно быть в движении. Серега! Серега вниз улетел! Это тестовый. Ладно, давай, это да, не считаем, хорошо. Второй давай шанс тебе даем. У него инерция такая тупая, даже когда отпускаете вперед, он еще немножко бежит. Ну давай, 3, 2, 1. Ну Серега! Ну это что, это 3, 2, 1 и сразу в меня врезал. Ну ладно, давай еще раз, давайте Серега еще раз попробуем. Автобус читерный. Автобус вообще молодец, нет, там можно пробежать на самом деле. Знаешь, как будто Серега зайцем проехал. 3, 2, 1, полетели. Третий шанс у Сереги. Ну, блин. Улетел, да, вниз?
Все, он выбыл. Он выбыл. Человек-дурка выбыл, я считаю. Так-так-так. Блин, я машину взял говняную, на самом деле. Блин, ее несет! Ну ее несет, я не ту взял машину. Есть! 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 Давай, 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 давай! Есть, Серега! Я тебя подловил! Жалик. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Как всегда, большой бадабум! Ого! Все разлетелось!